На Украине плохо идут дела, потому что вы нарушили заповеди Бога и отвернулись от своего родного брата, России. Пришли на Донбасс и стали убивать мирных жителей. Выборы и реформы вам не помогут. Только покаяние. Нужно перестать действовать по указке из Вашингтона, забыть про несуществующую мову и вернуться к России, матушке. Цезрада, магистре. Якщо бажаєш говорити від імені мільйонів українців, говори українською, а не кацапською. Всім ватним та російськомовним, хто не вивчить державну мову, за поребрик. Нацики, пришедшие к власти в Киеве, разрушили нашу жизнь и Украину. Якісь хворий божевільний, рашкою засмердило, шановні. А ну-мо, скажи, братишка Путін хуйло. Ти парахобот, а твой брат нацистский каратель, как и вся украинская армия. Это несколько отзывов, которые пользователи из России и Украины оставили под моим предыдущим видео. Около 10% всех отзывов были именно такими. Они вызвали больше всего конфликтов и горячих споров. Это видео я записываю с надеждой не только на то, что его посмотрят адекватные умные люди, но и те, кто, не замечая надвигающейся социальной катастрофы, постоянно твердит: Украиной правят нацики, мовы не существует, російськомовні – запоребрик, Донецьку та Луганську голоту геть з України. Девочки, не ссорьтесь. Украинцы и россияне – братья навек. Несмотря на все те мерзости, которые мы сказали и сделали друг другу, несмотря на то, кто первый начал, мы до аномальности близки, и ближе никого нет. Более того, мы говорим на одном языке. Сейчас я вам это докажу. Доходы 14 миллионов украинцев в 2018 году были ниже прожиточного минимума. Это значит, 34% моих соотечественников живут за чертой бедности, то есть нищие. В России официально 20 миллионов бедных. Некоторые эксперты утверждают, что эта цифра занижена. И таких 30-35 миллионов человек. Украина занимает 222 место, внимание, из 226 в мире по естественному приросту населения, то есть рождаемости. Россия в этом списке недалеко и занимает 201 позицию. Теперь, что насчет смертности на 1000 человек? Украина – 6 место, Россия рядом – 8. Держась за руки, мы практически впереди планеты всей. Смерть от наркотиков. И здесь мы неразлучны. Мы лидеры. Самоубийство. Пьянство. Все это означает, что мы подыхаем и вымираем семимильными шагами без всякой войны. Каждая четвертая украинка и каждая третья россиянка совершили аборт, дабы прервать беременность. Посмотрите на это багрово-красное кровавое пятно, лучше всего определяющее нас как братьев и сестер. Украина занимает первое место в Европе по психическим расстройствам. Каждый год за психологической и психиатрической помощью обращаются 2 миллиона человек. 1 миллион 200 тысяч украинцев официально считаются психически нездоровыми. Конечно же, наш братский народ не мог нас оставить одних. Он всегда рядом. В России 3 миллиона официально зарегистрированных психически больных. Но мы прекрасно понимаем, что и там их значительно больше. Пиздец. Простите, но я не хочу останавливаться. Быть может, до кого-то что-то дойдет. Коррупция и воровство. Братья. Где дома у ваших чиновников, депутатов, министров? В Испании, Италии, на Лазурном побережье и Майами. У наших тоже. А в каких банках хранятся рубли и гривны, украденные и конвертированные в доллары? Сюрприз. В одних и тех же. На Новый год толстые красные нетрезвые рожи, положив руку на сердце, поют гимны России и Украины. Они орут «Слава Украине!» и «Да здравствует Великая Россия!» А за окошком их домик омывается ласковым Средиземным морем или Итальянским озером. Да наплевать им на Украину и Россию, флаги, гимны и языки. На нас с вами им тоже наплевать.
Русские и украинцы – братья навек. Но мы не просто братья. Мы самые гротескные и уродливые сиамские близнецы. Роднит нас, конечно же, язык. Мы каждый день говорим на языке бедности, болезни и бесправия. На языке тотального вымирания. Нас окружает безумная коррупция и безнаказанность тех, кто превратил нашу реальность в ад, подарив верхние строчки в самых жутких статистических мировых списках. О да, мы братья. По несчастью. Просто знайте и помните, слышите меня, помните, что среди нас есть патриции. Существа без роду, без племени, без языка, без веры и без родины. Их языки – воровство, жадность, их религия – коррупция, а также постоянная ложь. Из года в год, от выборов к выборам. Когда я готовлю очередной выпуск «Нулевого пациента», я обрабатываю огромное количество фактов и статистических данных. Я не рассказывал вам ничего о голодающих, о детях в детдомах, о смертности от рака. Ничего не сказал о цифрах, которые говорят, что мы одни из мировых лидеров поставки детской порнографии, потому что пожалел и вас, и себя. Цифры ужасают. Именно поэтому сегодня всем, кто с кровавой пеной у рта и бесконечным шилом в жопе, пишет и рассказывает о хунте, да про голод из Донецка и Луганска, о нациках и о русскоязычном населении, которое должно выучить украинский или покинуть страну, тем, кто рассказывает про язык Достоевского и говорит, что украинский язык – це теляча мова, всем, кому вечно смердит москалями и воняет хохлами, я от всей души искренне говорю, идите нахуй. У вас нет проблем. А у нормальных думающих людей, к сожалению, есть. И нам срочно надо их решать. Иначе очень скоро нас не станет. Ни россиян, ни украинцев, ни братьев, ни сестер. 10% мутящим воду, кого постоянно волнуют москали и хохлы, кто эмоционально не может почувствовать ничего, кроме своего задетого пустого эго, я предлагаю собраться на отдельном острове. Там вы сольетесь в массовом экстазе, обретя слушателей и соратников по маразму. В заключение всем, кто оставляет негативные комментарии под моим видео и не подписывается на мой канал, хочу сказать, не надо меня злить. Вы даже не представляете, с каким демоническим ужасом столкнетесь. Позвольте показать, каким я могу быть в гневе. С вами был Нулевой Пациент. Обязательно поделитесь этим видео и подпишитесь на мой YouTube-канал и страницу в Фейсбуке. И помните, патриции больше всего боятся, что чернь вдруг осознает, что ее очень круто развели.